Друзья, всем привет, хорошего дня, хорошего настроения, хорошей игры. Вы на канале Серега Кьютек. Я уже больше 2 лет отправляю скины и эмоции Кирки Дельтаплана. Если вы также хотите получать крутые скины и эмоции Кирки Дельтаплана и при этом хорошо экономить, вы всегда можете у меня заказать за донат со скидочкой. Пишите в ЛС УК, пишите в ЛС Дискорде, все контакты в описании под роликом. Дружище, стой, не уходи. Ты думаешь, что здесь все только за донат? Нет, ты не прав. Здесь есть и халява. Все зависит только от вас. Как только ролик набирает хороших оборотов, монетизация покрывает приз, я выбираю победителя и, возможно, им окажешься ты. Что нужно для того, чтобы принять участие? Посмотреть ролик, поставить лайкосик, написать свой комментарий, а также привести друзей, которые будут тоже участвовать, ведь все зависит от вас. От вашей активности, ребят. Друзья, всем привет! Хорошего дня, хорошего настроения, хорошей игры. В общем, в этом ролике будут все эпические задания 6 недели 17 сезона. Либо глава 2, сезон 7. Итак, приступим. Значит, задание от Златы. Соберите слитки. Ну, здесь все банально просто. Просто собираем слитки. В общем, переходим к следующему заданию. То есть не стоит заморачиваться над этим собиранием слитков, они сами соберутся постепенно. Просто после этого первого этапа будет второй этап, где нужно просто потратить слитки, поэтому не стоит заморачиваться. Задание от стажера. Первый этап. Уничтожьте оборудование на кораблях-похитителях. Это такие корабли огромные, которые похищают. То есть не маленькие такие, где пришельцы летают, то есть можно предметы там стрелять там. Вот, а такие огромные корабли, на которые можно приземлиться. В общем, приземляемся на этот большой корабль и ломаем предметы. Вот, прямо по курсу есть вот корабль-похититель. Вот на него летим, приземляемся и ломаем предметы. Вот такие вот различные предметы ломаем. Следующее задание от Кимеры. Разместите инопланетных наноботов за пределами астралистой обители. В общем, находим такие коробочки, которые наноботы, когда их кидаем, у нас появляется поле пониженной гравитации. Находим такие коробочки и используем в любой локации. Главное, чтобы это было не астралистая обитель. То есть вообще в любой локации можно использовать. Вот, кстати, мне наноботы попадались на корабле похитителей. Поэтому, если что, вам на заметочку. Вот таких вот наноботов нужно использовать 3 штуки. Следующее задание от фермера. Уничтожьте инопланетные деревья. Если вы выполняли в такой же последовательности, которые у меня расположены задания, то вы попутно можете сразу выполнить и другое задание, которое будет после этого. Чтобы выполнить это задание, летим в астралистую обитель и ломаем деревья. Они такие синие, увидите.
Следующее задание от умницы. Откройте сундуки или ящики с боеприпасами в областях с пониженной гравитацией. Это задание можно выполнять с деревьями. То есть, если у вас совпало так, то что есть и деревья, и сундуки. Вот, в общем, все это в Астралист обители можно выполнить сразу два задания за один раз. Если вам, конечно же, повезет. В общем, летим в Астралист обитель, находим ящики с патронами, потом такие ящики, откуда выпадают болты, вот, и также сундуки. В общем, три предмета нужно открыть, любые, какие вам попадутся. Мне лично показалось то, что там очень мало стало сундуков и ящиков с патронами, поэтому будьте внимательны. Друзья, и заключительное задание этого ролика, задание от Дженнис, посадите саженцы в гряде лесорубов у мобильного кафе, нож и вилка или радио FN. В общем, летим в любую из этих локаций и нам нужно посадить деревья. В общем, я полетел в гряду лесорубов и выполнил это задание на изич, то есть, ну, там все эти три дерева были рядышком, поэтому особых проблем не было. Вот, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно пишите ваши комментарии. Всем удачи, до скорого, всем пока-пока!